Салют, дамы и господа, приветствую катана и кошечки, с вами я, Метатроныч. Сегодня у меня в руках интересная новинка от компании Blitzwolf. Этакий фонарь кемпинговый-повербанк с водозащитой IPX8, если я не ошибаюсь. Все это пришло вот в такой вот коробочке, которую мы с вами сейчас и посмотрим. Прежде чем начнем, минутка спонсора. Спонсором сегодняшнего видео является компания DATAKAM. Ссылочка на них в описании. Качественные видеорегистраторы и радиостанции с супергетеродином, ребята. А магазинный спонсор сегодня — магазин Banggood. Ссылка на них тоже будет в описании. Именно они и прислали данный фонарь на тесты и обзор. Давайте смотреть, поехали. Итак, что же скрывается в этой коробочке? Кабель USB, micro-USB, сам фонарь кемпинговый, гарантийка и вот такой вот буклет, инструкция, где, ну, собственно, все режимы написаны, что он умеет, что внутри находится и так далее и тому подобное. Может отдавать до 1,5 ампер. Если дать больше 1,5 ампер, то он выключится. Автоматически сработает защита. Режимы. Максимальный режим 100 люмен. Значит, остальные режимы, смотрите, 10% от 100 люмен он будет работать 60 часов. 100 люмен он отработает 8 часов, что очень и очень хорошо. 8 часов это как раз-таки полностью ночь на 100 люменах. А дальше вы посмотрите ночные тесты и увидите, что достаточно приятно он светит, это хорошо. Красный свет на максимум 15 часов, в стробоскопе 31 час, в режиме SOS 31 тоже час. Заряжается примерно 5 часов. Индикатор уровня заряда — синий диодик, который моргает, как вы видите, 4 раза, если то от 70 до 100%, ну и так далее. 3 раза 50-70, ну и бла-бла-бла-бла-бла. Если горит все время, значит заряжен. Давайте с этого и начнем. Хотя давайте с массогабарит. Размер. Так, длина около 14 сантиметров. Ширина где-то 3-3,5. Вес. Вес. Так будет виднее, я думаю, сейчас. 129 грамм. Окей. Да, в комплекте еще идет темлячок. Это очень удобно. Место под него здесь где-то имеется. Вот оно. Темлячок очень удобно. На руку одели и пошли. Но, как вы понимаете, он больше предназначен для карабина, куда-то подвесить, на рюкзак, например, включить Red Lights и идти вот так вот сзади освещать. Либо что-то отметить. Вот, кстати, индикатор уровня заряда моргает. Что на нем на самом? Здесь наклейка с ТТХ, которые вы и так уже знаете. Здесь логотип, ну, в общем, рекламная информация, название модели, IP68. Ну, тут я не сомневаюсь. Выполнено все, знаете, вот из недорогих материалов, но достаточно качественно. Вещь, я бы сказал, больше дизайнерская. Она подкупает именно своим дизайном и всякими продуманными мелочами. Например, вот эти вот ребра, да, с помощью них можно поставить фонарь на определенный угол, да, вот как вам необходимо, например, вот так вы хотите, или чуть выше, или наоборот, там чуть-чуть ниже. Вот. Ну и плюс меньше будет перекатываться. Хотя нет, перекатывается он отлично. Даже с этими ребрами. При долгом удержании выключается режим. Ну что, как я уже сказал, это минимальный, максимальный, красный свет, стробоскоп красный свет, SOS красный свет. Да, при всем при этом некоторое время будет еще моргать индикатор уровня заряда. Ну и выключение. Ну и конечно же, если мы включили, мы можем удерживать и выключить. Долгим удержанием выключить. Режим повербанка. Вот такая крышка, достаточно тугая, крышка пластиковая, резьба пластиковая. Здесь нет ни колечка, ничего, колечко спрятано внутри крышки. Вон, видите, огромное силиконовое кольцо. Про водозащиту вообще забудьте. В том плане, чтобы вы там волновались и беспокоились. Вот защита здесь на уровне. Мощные резинки. Давайте подключим нашу нагрузку. Посмотрим, что скажет. Вот 1 ампер. 1 ампер он отдает, это без проблем. Если я включу 2 ампера, то он просто выключится. Включаю 2 ампера, бах, ушел в защиту, выключился. Вот так вот это работает. Но 1,5 ампера обещает отдавать. К сожалению, у меня нет ни одного устройства, которое бы требовало именно 2 ампера. И все устройства, которые я заряжал, телефоны и прочие вещи, они от этого 1,5 ампер заряжались нормально. То есть не было ситуации, когда бы он у меня выключился, ушел в защиту. Но тем не менее, да, вот написано 1,5, вот 2 включаешь, он вырубается. Молодцы. Заглянем, наверное, внутрь. Вот с защитой разобрались, здесь проблем нет никаких. Заглянем внутрь. Я вам это делать не рекомендую. Лучше посмотрите, как это сделаю я, и дальше не повторяйте. Со стороны кнопки начинаем просто-напросто откручивать. Очень так туго оно идет, но потом полегче. Вы видите, резинка стала выглядеть несколько тоньше, да, потому что мы ее ослабили. И сейчас потихонечку вот такими движениями пык, достали. Мощная резинка, кольцо, все через уплотнители идет, все вообще великолепно. Кстати, все уже такие, что там внутри, зачем ты нам показываешь это дело, давай показывай, что внутри. Смотрите, кнопочка светится, то есть вы не сможете ее потерять, скажем так, случайно выключенным. Она все равно в темноте будет немножечко светиться, что, на мой взгляд, весьма-весьма неплохо. Собственно, аккумулятор 18650, вон он спрятан внутри, красавец. Сама кнопка, и что тут? Рекламные материалы начинают выходить. Это вы можете заменить, можете убрать. Оно просто скрывает внешний вид непристойный, да? Здесь можете свой логотип вообще напечатать и внутрь вставить. С этой стороны также, смотрите, вынимается... Что это? Рассеиватель, правильно. Его также можно поставить назад, либо другого цвета вырезать. Это не суть важно. Вот сама лампа. Я придраться могу только к одному, что аккумулятор вот так выполнен. То есть мне хочется, чтобы его можно было менять. Просто открыл, заменил и все. Но... Хочется много, получаешь не очень много. Хорошо сделали так. Приклеен на двухсторонний скотч. Это алюминиевая пластина. Здесь плата текстолита. Смотрим поближе. Так, видим сопли сразу какие-то. Ну вот не могут китайцы все-таки. Хотя Blitzwolf делает весьма приятно. Ну вот, ну что это? Не смыли немножечко. В остальном все достаточно на приличном уровне. Сколько здесь? 12 белых диодов. И получается 11 красных. Вот это маленькие-то красные диоды. Номер, версия, партии. Бла-бла-бла-бла-бла. Да, достаточно неплохо все выполнено. Вы спросите, а греется ли это все дело или нет? Ну, знаете, на 100 люменах ни черта, здесь ничего особо не греется. То есть насчет перегрева я бы не переживал. Давайте включим, посмотрим. Ладно, включаем. Красный. Строп. Выключаем. Да, и вот он, маленький диодик синеньким. Показывает уровень заряда. Точно так же собираем назад. Но вы лучше вообще не разбирайте. Вот посмотрели, как я показал, да? И все. Так, смотрим, где здесь. Вот так вот. Направляющие. Там разъемы под маленькие USB и большой. Чтобы не перепутать. Аккуратненько так. Вставляем в направляющие. И плавненько внутрь. Далее кнопочку. Аккуратненько загоняем. И потом плавненько, не спеша, начинаем все это дело закручивать, чтобы все село как надо. И вот защита была достигнута. Мои впечатления по фонарю. Вот могу сказать сразу. Из коробки его достаешь, включаешь, пользуешься. Все, этим все сказано. То есть не нужно бегать, искать каких-то особенных батарей, особенных вещей. Он сделан в этом плане вообще великолепно. Из коробки достал, включил, пользуешься, не запариваешься. Очень приятно, что есть пауэрбанк, ну, то есть функция пауэрбанка всегда пригодится в любом походе. Также качественно выполнен сам фонарь. Вот, мне кажется, именно таким и должен быть современный кемпинговый фонарь. Водозащищенный, с пауэрбанком. И все это в приятном корпусе, не огромной раздутой конструкции. Металла много здесь не нужно. Здесь не нужно там 1000 люмен или 500 люмен, 100 люмен в принципе достаточно. Только самые приятные, только самые хорошие впечатления о кемпинговом фонаре. Минусом можно назвать только то, что несъемный аккумулятор, но это я придираюсь, потому что придираться-то можно к многим вещам, как вы понимаете. Но если брать по факту, купил, из коробки достал, то пользоваться можно. Отлично подойдет как подарок. Вообще великолепно. Людям, которые не хотят разбираться, что там аккумулятор, зачем он, что он делает, куда он, зачем, чего и как, ему просто нужен какой-то фонарь. Автомобилистам отлично подойдет, если только у вас в багажнике не куча железных инструментов, которые, скорее всего, его раздолбают. Тут проводят там тесты на прочность, якобы там все прочное и мощное. Ну, друзья, это просто пластик, это толстая пластиковая труба. Да, она имеет какую-то прочность, но сломать можно все. Я думаю, если я наступлю, то сломаю с легкостью, а мне что-то не хочется ломать такой классный кемпинговый фонарь. Я лучше буду им пользоваться, вот, и радоваться. Во всяком случае, это гораздо удобнее, нежели на фонаре девать рассеиватель. Мне он нравится. Он дизайнерский очень-очень. Он такой весь няшный, он такой секси-секси. И придираться можно, но я не знаю, к чему придраться, кроме как к тому, что вот батарея, хочется съемную батарею. Если к этому только придираться, что это как-то глупо будет. Он как есть, так и есть. Вот. Брать или не брать, решать вам. Ссылку я оставлю, конечно же, в описании к этому видео. Еще раз огромное спасибо моим спонсорам. Это компания DATAKAM, те ребята, которые делают радиостанции, видеорегистраторы. Сами разрабатывают, они просто переклеивают лейблы. И магазинный спонсор, магазин Banggood. Им огромнейшее спасибо за то, что предоставили вот такой вот блицвульфовский фонарик. Вообще простора для творчества много. Я вот уже вижу, что вот, как и говорил, вот этот вытащить заглушку бумажную и вставить, например, свой логотип, что очень-очень классно. Вот эта наклейка снимается, хотя можно ее оставить, она роли особо и не играет. То есть есть какие-то небольшие такие приятности. Я даже, знаете, вангую, что, возможно, какие-то компании будут заказывать такой себе фонарь, и сразу внутри будет их логотип, такой будет фирменный. Что бы я еще сделал? Я бы, например, сделал заглушки вот эти вот ярко-желтыми, либо ярко-оранжевыми, чтобы можно было найти в траве, потому что так-то вроде ничего, но если вот упадет куда-то днем, не ночью, днем упадет в траву, то такие темные цвета, они будут скрадывать все-таки. Нужно какой-то яркий делать, либо, не знаю, резинки бы оранжевыми сделали, такими ярко-ярко-оранжевыми. Вот, кнопочка флюоресцирует, как я уже сказал, это приятно, конечно, ну, такие вот мелочи. А так, больше придраться не к чему. Можно еще придираться к цене, но это тоже крайне глупо, потому что здесь видно, над чем работали, видно, что ребята не просто так какую-то финтифлюшку сделали, а именно все продумали до мелочей. И удобно держать в руке, то есть вот берешь в руки и приятно. За это хочется платить. Вот есть такие вещи, которые ты покупаешь, берешь, ими приятно пользоваться. Вот этот кемпинговый фонарь — одна из таких вещей. Я не нахваливаю, я делюсь собственными впечатлениями. Не подумайте. Если бы что-то было здесь не так, мне бы не нравилось, я бы сразу вам бы сказал. Ну, как обычно это и происходит, что вызывает потом бомбление у фирм всяких, кто это производит. Но вот Blitzwolf, вот этот нравится. Вполне. Вот это теперь для меня будет эталоном на данный момент кемпингового фонаря. Следующий, если кто-то сделает кемпинговый фонарь, то в нем как минимум должна быть съемная литий-ионная батарея 18650 или там две, ну, одной в принципе достаточно. Вот следующий этап, это должна быть съемная литий-ионная батарея. Тогда я скажу, что теперь это устройство будет эталонным. А пока что эталонное устройство вот это. Не нужно здесь никаких более прочных материалов. Все вполне достаточно. На этом все. Я уже попрощался, по-моему, а все еще продолжаю. С вами был я, Метатроныч, или Олег Гром. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и отдыхайте, друзья, с комфортом. Все-таки живем один раз. Такой кемпинговый фонарик может многим пригодиться. До скорых встреч. Пока-пока.